Мир трещит по швам буквально, уже даже не метафорично, а глубинный народ обеспокоен ценами на колбасу и водочку. В принципе, одно другому не мешает. Я бы даже сказал, дополняет. Лихо, да, я зашел. Сам не ожидал. Это даже не надо отстраивать баланс белого, кажется. Правда, тут это горизонт немножко завален. Но я думаю, при современных реалиях это самое наименьшее из зол, которое вообще могло произойти, скажем так. Кто за мной давно следит, тот знает, что обычно я начинаю, особенно вот последние полгода, я начинаю с анекдотов, независимо от того, прямой это эфир полный андер или уже вот постбарт-блог, как этот, какой он там уже по счету, 61-й, да. Ой-ой. Да так даже мне анекдотов не набраться. Но сегодня, да, пожалуй, будет исключение. Исключение из правил. Вот, как говорится, я эти правила создаю, я их и разрушаю. В надежде потом на этих руинах воздвигнуть нечто новое. Нечто... Ладно, это я сейчас вперед, очень, очень вперед забегаю на самом деле. Во-первых, сегодня я буду максимально краток. Во-вторых, постараюсь исключительно выражаться потезисно. В-третьих, вы не поверите, но может быть под конец этого выпуска я попробую спеть даже не просто песню, а новейшую новинку. Потому что действительно, как бы, это же постбарт-блог, ёпта! Я не помню, говорил я это когда-либо, но изначально постбарт-блог замышлялся как вот... Ну вот просто я включаю камеру, да, вот у меня есть какие-то набросочки песен, я их пою, желаю всем бодрости духа, счастья, радости, улыбки и улыбок, и не погрязнуть в этой экзистенциальной трясине и в этом водовороте зыбучем нигилистическом. О, нет, это уже то, в что сейчас блоги превратились. Так, а это уже не лады. Ладно, горизонт завален, но вот нам заваливаться бы не рекомендовалось небесной канцелярией. Короче, сегодняшний выпуск я начну с политических заявлений. Попрошу убрать детей и стариков от условных экранов. А то я побаиваюсь, как бы не случился массовый когнитивный диссонанс, еще больше, чем он у всех в принципе произошел за последние полтора года, а может быть даже и ранее. Первое. Нет попсе. Так, спокойно. Это всего лишь был первый пункт. Спокойно. Второе. Даешь контркультуру в каждый дом. Во имя построения светлого социалистического неформата. Так, пожалуй, можно выдохнуть. И на этом политические заявления, блок политических заявлений заканчивается. Так, нет, давайте, пожалуй, это такой маленький маркетинговый постскриптум.
Если вы поддерживаете мою партию и мою программу, ставьте лайк. Ну, можете в комментариях, я не знаю, давайте проверим, сколько пальцев я показываю. Я так и знал, что что-то произойдет, что-то такое произойдет, ведь это же Xiaomi, и вот что-то такое произошло, сбился баланс с белого. Еще более стал резонным вопрос, сколько пальцев я показываю, пишите в комментариях. Я не уверен, что сейчас вот то, что было предыдущее, записалось. Ладно, короче, если что, если там не записалось, я стихотворение Пушкина рассказывал, если что. Там про счастливую пару, очей очарований, там золотая осень, затопили печку кореша. А нет, это уже там другой поэт, кажется. Ну вот мы так это радикальненько переходим, можно сказать, к предосновной части этого выпуска. Я решил так это символично назвать эту часть «Книга Ивана». Да, здесь, конечно же, напрашивается такая аллюзия, как «Книга Илая», да? Если кто не смотрел фильм, посмотрите. Вот. Да, «Книга Илая», конечно же, интересное чтиво. Но, опять же, что-то мне подсказывает, что книга Ивана наиболее ближе к реальности. Но давайте по порядку. Да, Я просто в ахере от этих технологий Китайской Народной Республики или какая там. В общем, ладно, пока хоть что-то записывается. В общем, Иван, замечательнейший, добрейший души человек, мой друг, вот, как оказалось недавно, писатель, вот, и написал книжечку. Я вот об этом говорил в крайнем эфире «Полный андер». Написал он книжечку, уже издал ее, ну, сам издатом, через Редеро. Вот, и уже эта книжка на цифровых площадках, собственно, там на Литресе можете приобрести, на Wildberries, если я правильно вообще произношу, вот, Wildberries, да, да, вот, и этот, где-то, что там еще, ну, собственно, на самом непосредственно Редеро вы можете ее купить как электронную версию, так и заказать печатную. Книжка называется «Мой дневничок» или «Как переехать в Питер». Ваш непокорный неслуга, конечно же, ее не прочитал, но допустил такую вот допустил такое допущение, что почему бы не устроить такую с налетиком контркультуры рекламную кампанию вполне себе нон-фикшена, тем более человека, которого я, ну, достаточно хорошо знаю. То есть я знаю, что Иван взвешивает каждое слово, и каждое его слово, оно, так скажем, откалибровано с его внутренними ощущениями настоящими и с тем, что происходит вокруг. Вот. И я такой подумал, почему бы не устроить эту рекламную кампанию, тем более, как поговаривают некоторые мифы, в самой читающей державе этого земного шара. Ребята, да, я не читаю книги, я не читаю, но я что, когда-то призывал вас брать с меня пример? Наоборот, по возможности я всегда говорил, ребята, напоминал вам, даже, можно сказать, самоотверженно акцентировал,
что по возможности отписывайтесь от меня и бегите от меня, и забудьте меня как страшный сон. Ну, а те, кто остается, ребята, я размещу в описании к этому выпуску ссылку на книжку Ивана, вот, и на его персональную страницу ВК. Можете связаться с ним лично, можете просто почитать пост с этой книгой, там есть краткая, аннотация, да, краткое содержание. Вот. Но вот как я понял со слов непосредственно автора, да, и по чтению той же самой аннотации. Вот. Эта книжка, в принципе, она вот прожили-были. Но кроме этого жили-были, есть еще и интересный, я бы сказал, метафизический аспект в ее концептуальной составляющей. Вот как тут с мыслями собраться, а? Вот как тут собраться с мыслями? С этим матигу Сяоми. В общем, книжка, как минимум, как мне кажется, косвенно затрагивает такой философский аспект. Место красит человека. Или же человек место. Если более научно это выразить... данную проблематику. Бытие определяет сознание, или же сознание – бытие? Кстати, интересный вопрос. Я хоть его и миллиарды раз задаю, 24/7, но вот каждый раз этот вопрос какими-то новыми красками пестрит, какими-то новыми спиральками раскрывается. Не, ребят, реально, это интересно, да? Это интересно. Вот кто чего определяет? А давайте сейчас поставим эксперимент. Давайте попробуем от субъекта отойти. Давайте я сейчас попробую определить бытие. Давайте сейчас попробую. Не получится, я же в Комсомольске! В общем, ребята, пока мы не впали в эту вот ментальную турбулентность очередную, почитайте книжку Ивана. Вот. И я уверен, вы сделаете там самые-самые наиадекватнейшие свои выводы. Вот. Поддержите человека, настоящего автора, настоящего писателя. Вот. Ну и, может быть, даже задумайтесь о том, помимо медитации ваших этих стеночках 4x4, да, помимо медитации, попрактиковать бы хотя бы раз в жизни, допустим, такую практику, как релокация. Блять, насмотрелся РБК, нахватался этих умных словечек. Какая, блять, релокация? Ёпта, мир, блять, скоро провалится, сука, не понять, куда вообще? Все, ребята, это все, что было заготовлено. Вот эти вот 2,5 блока. Я дальше я не знаю. Вот 13, уже 14 минут, надо... Точно, песня же, ёпта, как раз вот на 2 минуты, ёпта, Кэп, welcome to the my world, блядь! Так, давать комментариев к этой песне я сейчас, пожалуй, не буду, ибо я их предельно, насколько возможно, давал в крайнем эфире «Полный андер». Я единственное только скажу, что это новейшая новинка, песня называется «Сгори дотла». Скорее всего, ребята, вот я, конечно же, надеюсь на лучшее, но, как показывают эти законы Мёрфи, все всегда происходит через... не те точки, на которые мы опираемся. Вот, и это... Я, скорее всего, сейчас ее исполню максимально криво, но сейчас вопрос не в ровности, а вопрос в символичности. Да, я тут вспомнил афоризм свой один крайний. Да, кстати, следите за пабликом ВК,
все рубрики будут на регулярной основе продолжены. Афоризмы, там дневники. В общем, вспомнил афоризм. Я всюду вижу символы, но только не все их понимаю. Да, мне хотелось бы, конечно, чтобы это вот были сейчас возгласы чаек, но нет, кажись, это какое-то какой-то ржавый кроун проехал мимо. Так. Блять, хотя кто бы говорил, у меня даже такого нет. Ребята, вы молодцы, вы крутые, что у вас есть Chrome там или что, Mark 2, блять. Сейчас люди будут это смотреть и думать, в каком пространственно-временном континууме вообще я живу. И тут я вспомнил мемчик. Россия настолько большая, что пока там в Москве столько-то времени, да, где-то там в глубинках Сибири, это средневековье, 16 век. Не, пока в Москве, короче, там что-то утро, да, то где-то там в Сибири сейчас средневековье. Ну, я уже про Дальний Восток как бы молчу. Хотя вы знаете что? Блять, вот, сука, вот спел, блядь, песенку. Короче, ребята, все. Давайте я ничего не буду говорить, короче, по этому порожняку. Я просто спою сейчас и все. Сгори дотла, да. Сгори дотла, отдай все своей истине, будь тростником на ветру, прозрачнее в воде стекла, никем, ничем. Потеряв оковы иллюзий, за порогом разбитая улица и ни души. Для всего есть только то, где оно не может быть. В любви нет раздора, на любом пути. Справедливость выше. Да,
подозрительная тишина от моих соседей. Наверное, они в ахере, они уже отвыкли от этого русского фолк-пост-панк. А, кстати, знаете что? Короче, они сейчас, наверное, в шоке просто. Вот, ладно, пока они сейчас там будут отходить от этого шока, я думаю, я логично завершу этот выпуск. Я тут недавно все-таки определил, что я, собственно, делаю. Это, ребята, поэтико-философский постимпрессионизм. Я не удивлюсь, если вы после этого от меня отпишетесь. И слава богу.